Ура! У нас золотой шар! LOL Surprise Pets из четвертой серии I Spy. Интересно, какой питомец внутри? Девчонки, я думаю, там мой друг. Нет, мой! Мне уже хочется о ком-то заботиться. Друзья, хватит гадать, давайте откроем. Ух ты, там сразу два питомца. Мой хомячок, Кокохамми, ты такой милый. Пойдем ко мне домой, я тебе дам вкусных семечек. Я так счастлива, что у меня теперь есть питомец. Друзья, пойду его кормить. Пока-пока. Поздравляем. Пока-пока. А что же нам делать со вторым питомцем? Он всего один, а нас двое. Что ты тут думаешь? Это же супер-еж. Он будет моим питомцем. Почему это твоим? Его зовут Чики, как и меня. Значит, это мой ежик. Нет, у него иголки, как мой ирокез. Посмотри, как он похож на меня. И вы меня, наверное, просто ошиблись. С кем не бывает. Это настоящий панк-еж. К твоему ирокезу больше подойдет игуана, а не еж. А иголки у него краснеют в воде. Похоже на мои волосы. И телефон с британским флагом. Да ладно, а кормить ты его чем будешь? Вот у меня в бутылочке есть молоко для моего потерянного питомца. А ёжики очень любят молоко. Так что это мой друг и даже все зрители за меня. Ты что, ёжика нельзя поить молоком? У него заболит живот. Ёжик хищник и любит мясо. Друзья, не ссорьтесь. Ёжик из рок-клуба, как и вы. Почему бы вам вдвоем не заботиться о нем? Хорошая идея. Я буду с ним гулять. А я буду делать ему крутые прически. Вот и здорово. Друзья, как вы думаете, чей питомец ежик? Напишите в комментариях. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. До новых встреч на канале Funny Annie.